какие враги? Где? А, видимо, мы тут кого-то оставили. А как я промазал друга? По-моему, еще кто-то. Ой. Все. Теперь вроде точно все. А что у нас там по квесту-то? Ликвидировать главаря. Я ж тут был. Ну, то есть я эту пещеру открыл, но я не ходил туда. Ну, хоть бежать не пришлось. Конечно, нарисовано. Так хвост какой-то странный. Угу, погнали. А, кстати, мне вроде надо было убить дракона. Давайте сохранимся. Может, он даже захочет с нами подраться. Дракон, ты хочешь со мной подраться? Ну, это глупо, конечно, но... Да, это глупо. Ну, вот я тут. Выпускайся. Ты меня не видишь, что ли? Вы гоните. Нормально, да? Это нормально? А, ну чё ты там летаешь-то? Нет, ладно, хрен с ним. Я не помню, вот всё, на какой кнопке у меня вызов. Вот не огненного, а посох-то там я как-то брал. И вообще, если он у меня... Вот, Роза Сангена, по-моему. Пусть будет на шестерке. Так, погнали. А, нет, я вот так хочу. Блин, я убил песика. Видали, да? Вы видали? Круто. Тихо. Слабенький какой-то у вас предводитель. Три стрелы и нет его. Да и что-то мне кажется, вот какой-то, так скажем, промежуточный предваритель. Предводитель. А, почитаем.
Оба. 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 Хорошо, я зашел. Так, давайте посмотрим карту. Что у нас там за карта сокровищ? Мельница какая-то, гора. Пойдем на гору. Если сверху смотреть. Так, конюшня, город какой-то, мельница от нее. Полукруг целости. Так, где это может быть? Что-то мне кажется, что-то где-то... Да, блин, карту мира. Что-то мне кажется, что-то где-то вот здесь. Вот конюшня, вот мельница. И от нее пойдем наверх, и здесь какой-то клад. Вроде бы так. А, да, я же не вышел. Блин, я уже думал, потерялся. Надо бы у соратников выпросить оружие какое-нибудь. Раз они там на какой-то мега-кузнице его куют. А, блин. Я видели в компании соратников. Правильной дорогой идешь. Серьезно. На, спасибо. Хотя мне плевать на твое мнение. Так. Скажите, куда я бегу? А я бегу продаться. Не в прямом смысле, конечно. Так, надо бы продать всякий хлам. Знаешь, в чем сейчас проблема Скайрима? Давай, чувак. Я работаю на билетов. Да, немного того, подобрал, немного да, всего. Отлично. Просто супер. А, погляди. Не понял. Жак, вот. Так, я еще молодца вытаскаю. Для того, чтобы дамажить, если чё. Чё только 240? Отлично, 30 красноречия. Прям то, что мне надо было. Опа, теперь я могу закл юзать. Поднятие зомби. Заходи вместо посоха. Так что давайте посох продам. Погляди. Так, оружие. Посох, 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 посох. Забирай. А я сейчас выучу закл. А, нет, 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 в предметах. Книги. Бум. Магия. Все. А, да, где бы за зомби?
Вот оно. Оживление зомби. На семерочку кинем. А не я, если не дам тебе. Да, да, ты не ты, вся фигня. Так, давайте прокачаем навык. Красноречие как раз. Отлично. Убеждение. Блин, стрельбу я так не докачал до 60, чтобы луки на 80% больше урона наносили. Опа. А что за бережливый охотник? Ох, как хорошо. Блин, взять, не взять. Стрелы пополнять, ну круто. Ну потом, если что, возьмем. Заходи в лавку Белитора на рынке. Не сомневайся. Хорошо, хоть тут доспехи не надо чинить. Помню, в Обливине все время надо было следить за этим. В принципе, это было прикольно и реалистично, но... В Скайриме это убрали, и ладно. Нашим легче. Так, надо сохраниться, а то опять вылечу или еще что-нибудь. Так, ну прям как знал, я вылетел. Так что мы до снова... твоего появления я была... Нападение на головореза в Серебряной руки. Твоя работа? Хотела бы я там быть с тобой. Да ты оплакивал своего друга, так что все нормально. Великолепно. Похоже, тебе и впрямь удалось загнать их в угол. Продолжай в том же духе. Ты куда едешь? Мы перебьем их до единого. Хорошо, что ты проявляешь такое рвение. Прошел слух, что какой-то умник из Серебряной руки шныряет по рифту. Если сможешь пробраться в их лагерь и стащить его планы, у нас будет преимущество. Окей. Это ж просто окей. Дед. Ах ты я. Блин, на перепутье отсюда и до сюда. Но думаю, отсюда мне будет ближе бежать всяк. Блин, у нас тут ночь. О, ты рано-то перевязываешь? Воняешь, как мокрая собака. И тебе спасибо. Так, кстати, что у меня за стрелы? Супер, у меня самые лучшие стрелы, я их просто так бегал, тратил. Пещера какая-то, надо бы ее открыть. Скотина, бля.
друг. Радостно видеть, что еще одна добрая душа радует. Да у тебя усталый вид. Иди сюда, раздавим бутылочку медовухи Хонинга. Люсьен не палится. Тут кто-нибудь есть? Тебе не доводилось вкушать мед Хонинга? Там, по-моему, эпик, чувак. За пределами Софтгарда. Точняк. Сладко, как поцелуй девицы в звездную ночь. И крепкая такая, что тролля с ног сшибает. Ладно, хватит болтать. Заходи, выпей со мной и с моими друзьями. Что это было? А, вот такие. Тролль. Всех убил. Да вы гоните. Вы же не могли так быстро слиться? Или могли? Ну, один ко мне идет. Еще и паукан. Вообще, блин, супер. Всех там твари нагрели и сдохли. Я должен убить. Шаман, что ли, нет? Че? Так. Как пополнить заряды, блин? Вот это вот роза. А вот Т. Камень душ. Камень душ убрать. Да любой. И вот такой еще. Еще обычно. И крохотно. Отлично. Он, значит, у меня кончаемый, да? Ну ладно. Я совершаю паломничество в святилище Азуры, богини Сумерек. Всего доброго. Ну, я уже спрашивал, где доброго святилище. Будет. Вот он, форт этот. Эти гады же.